В четверг в рамках Лиги Европы в Одессе сыграют «Заря» и «Манчестер Юнайтед». Поддержать английскую команду прибыло около 2000 болельщиков. Для обеспечения порядка задействовали 1500 правоохранителей. Об этом во время брифинга заявил заместитель начальника облполиции Сергей Махотин. Кроме этого, он отметил, помочь нашим стражам порядка в Одессу прилетели английские полицейские. Также Сергей Махотин обратился к украинским болельщикам с просьбой не устраивать беспорядки. Пытаться устраивать какие-то нарушения общественного порядка, это будет только вредить имиджу города, имиджу страны. Поэтому я думаю, что все наши болельщики, ультрасы, это прекрасно понимают и будут стараться это делать так, чтобы не было вот этих стычек, не было столкновений, дабы мнение и у УЕФА, и Федерации футбола Украины было только положительное.